Всем привет, Blender 2.8, и давайте коротенькое видео рассмотрим еще аддоны. Вот, зайдя в Add, вы заходите и находите в Mesh именно вот тут включенные ваши аддоны. И вот такой аддон есть. Давайте рассмотрим. Находим Edit, находим Preference, находим аддоны. И находим Add Curve, Add Mesh, вот эти вот здесь вот находятся. И находим Archimesh. Вот мы его включаем. Add Mesh, Archimesh. Вот такая фишка. Тут можно сохранить. Нажимаете автоматически Save Preference. И закрываем это все дело. Так, куб можно удалить. Нажимаем Add, заходим в Mesh и Archimesh. Находим вот Room, комната. Или стена. Нажимаем Delete. Выделяем, что тут. И опять Delete. Нажимаем опять же Add Mesh. И находим Archimesh. Дур. Вот такая дверь. Уже готовая. С ручкой. Можно использовать. Вот так вот. Заходим в табуляцию, посмотрим, что тут да как сделано. Вот так вот простенько все это дело тут делается. Вершины, квадратики, треугольнички, лупы, зарезка. Так, табуляция, жмем, выделяем все это дело и Delete. Заходим опять же Add Mesh, Archimesh. И находим, давайте, RAW Window. Вот они такие вот. Не такие вот. Такое вот есть здесь окно. Так, опять же Add Mesh, Archimesh. И посмотрим тут. Вот какая-то подставка для книг. Вот так все это дело здесь выглядит. Ну, ничего, можно использовать. Выделяем. Delete. Давайте посмотрим, что тут еще есть. А, Mesh, Archimesh. Room, Shirt, вот уже готовые ступеньки. Можно их тоже использовать куда-нибудь на дом. Скачать можно в ZBrush их все. Использовать тоже. Вот так все прикольно. Можно здесь это взять. Так, ну все, всем пока, до свидания. Вот такой аддон. И вот такие есть здесь модельки готовые. Уже можно их использовать.